Это посмотрите. У нее банный день. Смотри, мать. Рядом ванна стоит, а на тазик залезла. Тебе там хорошо, девушка? Вообще. Он так еще на крови стоит. Слетит вместе с тазиком. Это надает. Как курица там села. А там немножко воды, я руки не... А, ну так ей-то хватает похлюпаться. Вот что делает. А Так. вообще голуби на воду садятся? Да. Могла бы в ванну сесть тогда уже. А, вы имеете в виду, чтобы На большой помыться? объем. Нет, Нет. утонет. Да не бойся, не бойся, не бойся. Купайся, купайся. Присел. Моется. А я в прошлый раз заметила, думаю, что вода грязная. С пером такая, знаешь, расплывчатая. Она когда плавает, она такой как расплывается что-то. Она даже лежит там. Валилась. А у нас корневин есть, нет? Да, есть. Ну, стойте, не дышите теперь. А сама поглядывает. Ай-яй-яй. Мы только препараты возьмем. Барыня, блин. У меня был, по-моему, дома или фитоспорин. Есть, есть тут, я брала, он ближе к батарее, там вот. А, я хочу это, шифлеру взять. Не, я тебя не трогаю, купайся, купайся. Купайся, купайся, я... Это ты завалила. Сейчас эти начнут падать. Не трогай, пусть купаются. Не достанешь еще. Ну что не сделаешь для этой королевы, а? Даже шуршать нельзя. Вот эти препараты мы вот так вот тихонечко. Барыня накупалась. Открытой нет, не знаешь. Напугалась.
вчера его этот мешочек только в полу подняла, на стол положила, он опять на полу. А так она скидывает все. Все, намылась. Намылась. Ну, здрасте. Че, летать не можешь, что ли? Сушит, наверное, крылья стряхивает. Ой, какая она мокрая. Ты мокрая? Ну, куда пойдешь? Какая ты, как курица, распушилась, пенечки на шее торчат у нее. Ставим новое перо. Но. Все, теперь она сохнуть будет там.